камеру. Вот так. Можно сделать вот так. Можно сделать вот так. Да, я живу в Шанхае. Он публиковал статьи, касающиеся в том числе и торговли оружием. Это тема, которая всегда вызывала раздражение у власти. И всякие обстоятельства его смерти только усиливает наше беспокойство по поводу того, что это убийство может быть, скорее всего, связано с профессиональной деятельностью.